Мы хотим реформировать медицину. Мы продолжаем курс, который начал Олег Бабаев. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы все медицинские учреждения получили достойную финансовую поддержку, помимо государственной субвенции, еще из нашего городского бюджета. Сейчас у нас будет пересмотр бюджета по 9 месяцам. Мы снова перевыполнили бюджет. Порядка 43 миллионов гривен мы будем снова перераспределять на первоочередные задачи, в том числе и в медицинской сфере. По третьей больнице на следующий год есть ряд предложений, которые мы сейчас анализируем, разрабатывается проектная документация, будем обязательно поддерживать, развивать ваше медицинское учреждение. Сегодня я хочу представить вам человека, которого мы вместе с вами видим как руководителя третьей городской больницы. Человека, который своим трудом, своими знаниями, своими руками доказал, что он доктор с большой буквы. Человек, который прошел все стадии, начиная от станции скорой медицинской помощи, заканчивая до практикующего хирурга и до заместителя, руководителя серьезного медицинского учреждения всеукраинского масштаба. Мы видим в нем человека, который сможет вдохнуть новое веяние в развитие медицины в городе. Розпорядження міського голови про призначення на посаду головного лікаря 3-ї міської лікарні Сичова Віктора Анатолійовича. Прошу. Віктор Анатолійович призначається на цю посаду з сьогоднішнього дня, з 10.10.2016 року. Цель моєго присутствия здесь і на цій должности окончательно така глобальна – це розвиття кардіохірургії в області. В Полтаві неізвісно, коли це відбудеться, і хотілося б створити це все на базі цієї лікарні в Кременчуге, щоб Кременчуг, можна сказати, став центром не тільки хірургії, центром медицини. Нам потрібно працювати, нам потрібно займатися людьми, займатися лікарнею.